Ар бир топтомдо, азык түлүк топтомдо 5 килограмм күрүч бар, 5 килограмм сахар бар, 2 килограмм горок, 2 килограмм туз, 2 килограмм финик, 1 чай, 1 литр томат бар, 5 литр май, 5 килограмм макарон и 25 килограмм ун бар. Из Аламединского района 200 малообеспеченных и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, получили гуманитарную помощь в виде продуктов питания перед началом Великого поста Урзо Айт. Продукты, ганча продукты, ганча акчасы, продукты маттап кеткен. Айбай сүйүнүп атабыз, мужизе, сүйүнчүбүз, коюнчуга батпайт, атта ушун уткысын Кудай. Рахмат, ушун берип аткан кишилерге чоң рахмат. Таябай, көп бизде айылда кыйналып, колунда жокторго жардам берип атканына чоң рахмат. Бизге биримдик кут айылына атайын берилиптир ушул колунда жокторго деп. Күнүмдүк тамак болсо деле, азда болсо деле проблемасын чечет экен. Жалпы биримдик элдин атынан баарын биздин атыбыздан чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Буюрса эми алдыда мына орозо келатат. В общей сложности 500 малообеспеченных семей получат вот такие коробки, внутри которых содержатся необходимые продукты питания. Со стороны эмира Дубая оказывается гуманитарная помощь. В Чуйской области определены 500 семей, которым оказывается продуктовая помощь. Набор, в который входит мука, все необходимые продукты, масло. Помимо этого, в райгосадминистрациях утверждаются списки семей, которые на сегодняшний день нуждаются в продуктовом наборе. 250 тысяч тонн продовольственной помощи будут розданы 5000 малообеспеченным семьям, проживающим в других регионах. В настоящее время акция продолжается на юге страны и в Таласской области. Запуск акции сегодня заканчиваем 18 марта. По всей республике все регионы получают помощь. Сегодня вот 4 региона мы отправляем фуры. 4 фуры – это Ош, южные 3 региона и Таласская область. Это не первая гуманитарная помощь от арабского благотворительного фонда «Ихсан Хария». В прошлом году ими была оказана продовольственная помощь более чем 1000 семьям. Акция продолжится и в будущем. Салима Дюшимбекова, Асылбек Курманалиев, СТВ, Аламединский район.